Я хочу сказать про героя Советского Союза Крупского Павла Филипповича. Он родился 18 февраля 1924 года на хуторе Екатериновском Славянского района, ныне это Обинский район Краснодарского края. Он был командиром стрелкового отделения 1339-го горно-стрелкового полка, 318-й Новороссийской горно-стрелковой дивизии и 18-й армии Северокавказского фронта, а также сержантом. После школы работал в мастерской в станице. В мае 1942 года был призван в армию и зачислен стрелком в 318-ю горно-стрелковую дивизию, а после стал командиром этого отделения и сержантом. Он служил на Северо-Кавказском фронте и в Черноморской группе Закавказского фронта, был дважды ранен. В 1942-1943 годах он принимал участие в оборонительных боях на реке Кубань в районе станицы Хадыженской, а также в освобождении города Новороссийска. С 9 по 16 сентября 1943 года Павел Крупский участвовал в Новороссийской десантной операции. Также особое место в боевой биографии Павла Филипповича занимает Керченская Ильтигенская десантная операция. При атаке поселка Ильтиген Крупский взорвал минометный расчет противника. Благодаря этому батальон овладел поселком. В течение 4 дней батальон принимал участие в отражении многочисленных контратак противника, которые превосходили наших по силе. Рукопашной схватки уложил нескольких гитлеровцев. С сентября 1942 по сентябрь 1943 Крупский выполнял функции разведчика и участвовал в отражении 189 атак противника. К сожалению, во время одной из таких атак Крупский погиб 4 ноября 1943 года. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено 17 ноября 1943 года посмертно. Медаль «Золотая звезда», орден Ленина, орден Красного Знамени и орден Отечественной войны первой степени также были присвоены Крупскому Павлу Филипповичу посмертно.